Чаректар Ицек. Они из села Чаректар, Мартакерск. Это был Шаумянский район. Но сейчас это Мартакерское последнее село было. Тамошнюю их церковь 13 века разбомбили 19 сентября азербайджанцы. Вот церковь, чем Чаректар Екеретин. Она не помнит, как называется церковь. Как звать? Вот Ануна. Ее звать Тагухи, а фамилия? Шахинян Тагухи. Кан Ерехауне? У нее пятеро детей. Это многодетная семья. Мама, ее мама с одним ребенком в Ереване временно. А Дзеран Вонца? Он хачик, они родственники, зять, Хазганна. Агаджанян. Агаджанян. Он из нового Эркеджа. Это вот Карваджар, Кельваджар. Они в 2020 году, после войны, когда отдали Карваджар, Кельваджар, они переехали сюда, в Мецмасрик, это Гехаркуникская область. А Тагухи сейчас приехала. Поскольку тут у них родственники были, они не захотели в другое место, поэтому приехали сюда. Вон царе, дук сказбит чарик тарец гнацелек ходжалу. Ага. Они не сразу переехали сюда. Они в 2020 году, война когда была, издали их деревни. Они приехали в Степанакерт и жили до 2023 года в Степанакерте, в районе. Хенц района, или Погоца, Ишуме. Туманя, Пасмирич. На улице Туманяна, 16, жили в Степанакерте. Инчту нам зестове. Они жили, платя квартирную плату. Овертали пога. Они сами, государство не покрывало их расходы, хотя они были беженцы. Но в их селе можно было еще жить до 23 года, но там были азербайджанцы, они дуки драгамар, чечейкну. Поэтому они решили в Степанакерте жить. А в Чаректаре только одна семья постоянно жила, другие приезжали, выезжали. К этой семье мы поедем, в Норабак. Норабак, че? Норакерт, че, Норабак. Окей. Мят, кабат, мы вонце, габор Степанакерту, минч рнбакоцуней. Они сидели дома 19 числа в сентябре. Жанна Ханисин. В час 30 днем стали уже Степанакерт бомбить. Они спустились в подвалы. Хероэн подвала. Прямо под их зданием был подвал, они спустились в этот подвал. Инчканек насте. 3-4 часа сидели, не переставало орудие бить. И скинч зеве, когда после отвить дроны, те. Хам дроны, хам автоматные и автоматы были, и дроны были. И скамет зенки заебались. Она говорит, большое орудие, мы слышали. Снаряды были. А и Тухтарберу Мэгги, Дзенеров, Инчар. Инчер. Снаряды рахмешапа. Ну, Инч снаряда, гаубица, я Инчар. А, ну, большие, большое орудие, но автоматчик точно не знает. Что это? То есть всеми видами... Нет, самолеты, да? Нет, дроны были. Иски камикадзе, самолет пилот. Да? А, бай. Он говорит, и самолет тоже был. Это бане. Самолет или вертолет? Самолет. Искинч самолет. Бана или военный бана самолет. Это асле чопса, асле вецала. Вот так очень. Чем именно он имеет? Он не помнит, что-то турецкое, то ли 14, то ли 16. Как это называется? F-16. F-16, да? Это американское самолет, думаю.
Не знаю, какой американский, не видели. Это им горта рехекнели махать. Его друга дети умерли во время авиабомбежки. Как далеко? Сколько лет, я спрашиваю? 24 года. Мы знали этого человека, кому принадлежит этот дом, но не очень хорошо. Когда война началась, он здесь был склад, он предложил почистить и пожить, хотя бы чтобы крыша была. Бесплатно дал жить. Говорит, там стена уже разрушилась, видно, вот. Не, вот, смотри. Из патуханова сарке. Это норен. Это когда разрушилось, они поставили новые окна. Вот такие окна. Это очень старое здание, которое использовалось не как дом, а склад. Эй, ну вон, видишь это стена? Вот сразу этот. Вот, смотри. Իս ո՞նց եք տականում։ Ձորով է։ Բա ո՞նց եք ձմեռը անելու։ Դե տենանք էլի աթար, մաթար, եսի մելի, չէ։ Գտնուկի, ձնայի պակա չեմ բուծիմ գրեցը, նավերնը բուծիմ սաբերա։ Սա ինչ եք էլ եք մեկնոսում եք, Ստեփանակ Կիզիկի, это говно животных. Потому что у них дров нету здесь, нету леса. Она говорит, здесь мы мерзнем, потому что в Степанакерте не такой климат, там теплее, а в Чарикаре еще лучше было. Здесь очень холодно. Просто мы с этим кучей, или вас перетянули, говорит, нас депортировали, но здесь правительство Чечтана не помогает, правительство Армении не помогает. Փողեն չեն տվել։ Ոչ փող են տվել, ոչ ծառայական, ոչ բոմժ։ Ի դենիկ մի դալի, ի ժիլյա մի դալի։ Բարև ձեզ։ Здравствуйте։ Դուք էս այգի բնակի չէ՞։ Չէ, որ քուրիս տղան այն քարտեզիան դու։ Որտեղ է ցանիկը։ Ինքն էլ այն էս այդ պատերազմների, դե 44 օրվա։ Այդտեղ ուչացնիկը 44 դիեթն էի վայնի։ Բայց ինքն է Ղարաբաղցի։ Ինքն դեղ ամենալոս է։ Որտեղ։ Ղարաբաղ։ Որտեղ։ Հաթեր։ Հաթերքից։ Համես։ Ձերքել եք։ Ձերքել եք։ Անդոն զոհվել է, գիտեք Անդոյին։ Դոլին։ Ես եմ բերել Հաթերք Ռուսաստանից որ եկավ։ Հաստորեն Վարդանին եմ եք ճանաչում Հաթերքի գյուղապետը։ Да, вот он служил в Апеке, это тоже близко с тем селом, где жила Тагури. Там погибло 7 человек, а Йотокия зовут. Погибло 7 его товарищей. Карл Деляну Грек, Иванов, диктатор. Вот Сатерян, из Казгона. Артур Агаджанян, сколько лет? 30 лет ему. Իսկ նկարել կարելի է ձեզ, թե չէ։ Օքեյ, դե ունեմ մենակ ձեզը։ Հա։ Իք դերջայի հերթում է գրելու, ես հայկական լրատվամիջոց չունեմ։ Ավելի շուտ լրատվամիջոց չկա արդեն Նիկոլի թվի։ Какие-то вопросы остались, Эми? Ну, я думаю, это уже хорошо, что ты про интервью. Да. Хочешь, я у Артура спрошу, чем стреляли? Да, да, да. И чей драку? Ну, тоже. Цанер зейкаеле.
карак тарберяку масек, фабу таяле, гаудице. Все использовали, всякое оружие. Из 44 ори тасмен авели петхараеве, та чишта. Хуже, чем в 44-дневной войне, 2020-м. Нападение они начали именно с Хатенка и Чариктара. Больше всего именно бомбили по этим местам. Чиштен Расул. Я спрашиваю, я правильно все говорю? Он говорит, да. И поэтому оборонялись местные жители. То есть Азербайджан говорит, что армия Армении не была у них армии Армении. Это была самооборона, оборона Арцаха, но не армянские войска. И ствонц это калвацакте ханре. Туркеры зердеме чейн пахе. Чейнка, трасинг. Они смогли беспрепятственно в Степанакерт, да? Степанакерт. Тагуй говорит, 9 месяцев блокада была, Лачинская, коридор был закрыт. У нас не было нормальной еды. И чей будут вообще Степанакертом? Помидоры покупали за 3500 драм, это за... Почти 10 евро, это сумасшедшие деньги. А, хлеба почти не было, были очереди, не могли доставать. И в последние дни у них мясо было. Че? Чиште масу мисец, кстати, зафель. Те че? Мер, ашенкеш кано. Мер пун тех тоги. Мясо продавали за 6-7 тысяч, то есть 2-3 раза дороже продавали. Но самое больше у них не было сахара, муки не было. Самое плохое это, то есть они ели то, что там они выращивали. Раньше в Арцахе очень много зерна, пшеницы росло. Но так как азербайджанцы не разрешали даже на тех территориях, которые они не оккупировали, стреляли, поэтому их сельскохозяйственные машины, амбары не могли работать. То же самое в Хатенке. Мы потом поедем к сельскому администратору, он досконально расскажет. Там, например, женщина беременна от недоедания, у нее в животе умер ребенок. По-моему, Алварт ее знали. Да, она тоже из ихнего села была, но после войны страшно было там жить в Чарихтаре, поэтому они в соседнем большом селе жили, в Хатерке. И плюс у Мейнендех. Жаму, эту жаму. Анжата Ленчева жаму все. Света было 2 часа в день, через 4 часа потом опять давали, 4 часа не было, потом 2 часа опять свет, из сарнерной ашхатны. Холодильник тоже не работал, холодильники тоже не работали. Я не знаю, если они уже говорили, если они знают, если ситуация, где азербайджанская армия стреляет за люди, они понимают? Да, да, я понимаю. Вы уже спрашивали или он уже сказал? С ними на переговорах. Ինքը ասում է, դուք բաներ ադրբեջանցիները ուղարկել եք ձեզի պերեկավորչին։ Դա անի պասելալի ոնց էին խոսում, կրակելով ոնց էին մոտելում, բարձրախոսով, չիրիս գրոնկա գարվարից ինը, միկրոֆոնի սիլնի է, ինչ էին անում, ասում էին թողեք գնացեք, ինչ էին ասում։ Они говорили, убирайтесь отсюда. Բայց չէին առաջարկում ստեղ իրանց հետ ապրել։ Չէ, ես վերջ օրը, որ մենք պիտի գայինք Հայաստան, իմ փոքր տղես, որ հիմա մամային հետ է, օրեր էր այրապորտից։ Ее ребенок во время того, когда они бежали, в аэропорту потерялся. И смотрите, кто ты? Нашли спасатели. Да, 911 спасатели там есть, они нашли спасатели.
Ասեք, տես ավտոներ եմ թողել, ես ընդրե, կովեր եմ թողել. Ясно, ես там машины, свой скот. Ահագին, բերին մեզ խափին լծրին եմ. Ապտանուլի, նույն էլ իրանց եմ, այդ ձև անեմ, նույն էլ այի. Фактически мы, не знаю, мы бездомные остались. Я целый день. У него тоже очень много детей. У него 8 детей. Они здесь? Да. Старый был. Папа здесь. Старый. Мецен, ասենք մեկը 30 տարեկան։ Սամի բաշով 30 լետ, դա արդումնա։ Չէ, արմեն։ Արմեն։ Այդ 24-ա, ասենք իրա կնգամեր։ Ոն ժինատ երեխա ունի։ Չէ։ Հակաց իծեին ետում։ Այս տղես էլ ա, 24-ած էլ ա հարսը հետը։ Մեծ ընտանիք ենք էլ, ասենք որնակ տես դե, ասենք մեծ խափել են բերել մի հատ տուն տվել, ստիկ մի հատ, ասենք էսի չի տեղ համարում, ասենք մի երեխ եք սաղ, ասենք հայրեն, ասենք կրվող տղեք են, իրան հոգարող տղեք են, բերել են սաղ իսեն լծրել, ստեղ ոչ տուն են տալի, ոչ տեղ են տալի, իրանք են են վարձով, ստեղ մնել են։ Ես միշտ հասկացել երեխեք էլի կմնային, կպաշտպանային հողը։ Здесь у меня стоит папа, да? А, дзеймеля, нагарум. Басюк, дэнк чекси. Эти звуки намара. Ну, только асэрэк, нэнцэ минэмира. Артур гнак, икха хартцэну мэр, мох кумэн, чэнаре, гетаван имаси пат мэр. Ладе, асэнка дэх, это, если... Тот вопрос, что вы задали, там, азербайджанцы кого-то резали, это село Гетаван, я про это спрашиваю. А, Гетаван им хенгеле сара, если он так... Его друг был Гетаван. Армен Анмэ. Имя Армен. Его брат, Ира Анмэ Шутэн спане Турки. Его брата раньше убили Турки. Иннасун Эйбург. В 92-м году. Павел Анмэ. Павел звали. Ավել է շուտմանից կուրական էլի, այդեղ գետավանի գերեզմանոցները, որ թուրքերը քանդելուս է։ Հիմա, թե հիմա։ Հիմա, հիմա։ Գետավանի տուրկի էլի ազրբաջանցի, կակ խաչիցի նազիվայցի, մի նազիվայմ եղ տուրկամի, անի կլադբիշը перерыли, то есть они мертвых снимали, и че она? Они уничтожают армянские кладбища, чтобы не было слышно, да, что это армяне. Это генер Дусагали, Асмайси. И его друг выходит, говорит, зачем вы это делаете? Иран Эльверегуном, Краком, Сксым, Машки. Его, в него автоматом стреляют и кожу снимают, и что, дано? Ножом. На части режут, и русский, да, увидели его, нет? Это только хапели русные, ничего. Русные не ленели песни, сам русные ленели. Он говорит, русские увидели, возможно, из-за этого русских 6 человек, солдат убили в Гетаване. Вот это свидетель, его друга убили. Ну, Армен, а? Да, Армен. Командос и наш, Миран. Командос его назвали. Бафамилиан. Мартиросян. Мартиросян Армен. Вот его убили. Его профессором, ее профессором, мечта Сахосаева. По истории церкви, армянской церкви, учитель, педагог. Вот его убили. И стали лезать в принципе. Бордех? Еще в Аскеране двух детей вырезали. Дукирян сказал, что мы... Че, это раз чей-то, она в чем... Нет, эти, про этих детей они просто читали, но я они не знакомы. Слушаю. А про Армена он знает. Про Армена тоже знаю, это Эку Тогенер, вор Махацел, они в Сурату Сакон. Это ли Мангур танц... Давут ли нас хапели, автомобиль? Барон, самолет нахуй. Самолет убил вот тех двух парней, 24 года, звали Сурен и Сахой. И еле мы его нашли, дело. А смотрите,
это село Чаректар, потом идет село Гетаван на карте, потом Хатер. Mm-hmm. То есть между этими селами битва шла. Mm-hmm. Азербайджанцы шли со стороны Дадиванка. Mm-hmm. Дадиванка это старый монастырь, mm-hmm. очень, где русские миротворцы с армянскими священниками должны были оставаться, несмотря на то, что Азербайджан оккупировал эту территорию. Потому что это армянский храм, uh-huh. и Путин обещал, что этот храм они будут охранять. Uh-huh. Вообще, это миротворцы, которые были в этом храме, больше не баловали хайм членов. Миротворцы не помогали вообще. Вообще, они не могли бель вахтов, мы не можем быть сандедами. Մեզ միշտ են ասեն թուրքը, որ մեզ նեղացրել է իրանց յանից հակոսացել։ Անի всегда защищали азербайджанцев, но не помогали армянам, русские миротворцы. Всегда ամեն օր էլ իրանք ասենք նրանք հատուկ ղարպած թուրքի նման մարդիկ են։ Անի были не русские, а как турки были, мусульманները։ Տարբեր ազգեր։ Разные нации, и среди них мусульмане были. Например, в аэропорту Степанакерта они сделали мечеть. Тук ты сам кит моските? Тук аэропорту мегеле? А, аэропорту мегеле. Ты сама кит моските? Нет, она не видела, но я снимала. Угу. Они сделали, потому что из миротворцев тоже есть мусульмане. Угу. Իսկի ինչ էին վաճառում, ինչ որ թանկ բաներ էին, չէ՞։ Հա, ասենք ակումուլատորին ծախում ժողովրդի վրա։ Նա ռուսկիե օչի դորոգ պրադավալի, նաприմեր սիգարետը։ Էդ 6500, չէ՞, մի փաշկի։ Сейчас скажу, это сколько в евро. Это очень дорого. Одна пачка сигарет одна стоила 6500. Это где-то 15, может, евро, да? Может, я неправильно? Сколько там? Или... 6500. Одна штучка. 6000. Сигарет. Продавали это, аккумуляторы. Да, это 15 евро. Это может быть для Бельгии хорошо, но для Армении это очень дорого. Это тоже дорого. И причем вначале я у них спрашивала, эти сигареты были турецкие. Чем? Իրանք վերում ին ամեն ինչ էլ ասենք այդ սոտ պանիներին, որ ասենք ճամպեն թատերին, պահում ինք. Կանդա դարոգը բլա զակրիտը, այդ սպիկուլյացին է։ Վերում ին մի բան առավում։ Մի կանիստր ինչ Но были случаи, в конце за 120 тысяч продавали. Uh-huh. Это в драмах. Ինչ կարողա, որ ասենք դուք տեղեկություն տաք? Այնտեղ դե էտա, ասենք ես մենակ դես ինչ կարամ ասեմ. Ինչ կուզեք աշխարհին ասեք. Աշխարհին այն ասում են խափում են, որ ադրբեջանցները ձեզ բան չեն արա։ Անի պրոսят мир, чтобы знал, что это их город Степанакерт, нужно вернуть армянам. Mm-hmm. Арцах вообще. Mm-hmm. Они хотят к себе домой. Mm-hmm. Они не хотят жить как облеси, mm-hmm. как цыгане не хотят. Да, это цыгане кянка, если ищка. Армяне не любят кочевать, и они их сделали фактически кочевниками. Невозможно говорить. Интеграция массивей, хартс, мораца. Дух капры никогда не будет жить. Я с Батмэй Тенцель, Батмэй Лескисат, мы на Да. Когда ребенок пропал, я искала его в городе. Турки прошли через меня. Да, в аэропорту они хотели блокпост поставить. Я плакала и ходила. Думала, что я не найду. Азербайджанцы над мной насмехались. Я не могу спорить. Невозможно. Армени никогда не может сорвать. Они христиан убивают. Ասենք, իմ ասենք, էտա մակիչի
Այդ մի չիսլայդ կավո ուբիլի, սինը մակիչը։ Մակիչը մեխակու։ Մեխակ։ Այդը մայ է դրուզյա, տրակի մենգերտի, ես թուրք ետ ոնձ շպվեն, որ իմ անգորը ռեխանցս։ Գդիակակ ու սնիվի, ապշացի ես Мы в деревне жили, как одна семья. Я не могу простить их с моей. Я не могу жить с ними. Мы голодные были, холодные, но без турков смогли бы прожить, но с турками не. А кроме ахчику то камни. Я ахчику нам что сказала? Одна девочка и четыре сына из деревни. Если Вестава, Вестава, мальчика будила. Эко ахчик. Двое дочери. А меня покрыли хантарика, да? Тас начал. 14 лет младший. Тагая ты ахчик? Тагая покрыли. Нет, самый маленький мальчик. Что-то еще осталось, Эдиль? Ну, я думаю, это... Можно спросить фото, хотя... Да, ну... Ум Карля на Карль фото. Детей можно, она разрешает.